Руководители госорганов сегодня также трудятся на своей малой родине. В эти минуты на посадке леса в Столбцовском районе работает премьер-министр, а также вице-премьерский корпус и представители лесной отрасли. Сосны и березы высадили на участке, который ранее пострадал от нашествия жука-короеда и был вырублен. Всего же в субботнике, по предварительным данным, принимают участие около 3 миллионов белорусов. Собранные сегодня средства направят в том числе на модернизацию учреждения здравоохранения в преддверии Европейских игр. Мы посчитали, что нам необходимо увеличить, скажем так, наши возможности по качеству и количеству обслуживаемых лиц, которым может понадобиться такая помощь. Это, конечно, не говорит о том, что мы предполагаем, что такое случится, но, в общем-то, надо быть готовым ко всему. Сочетание праздника, труда и очень большой полезности от результатов работы. В общем-то, оно хорошее настроение. И уверен, что такое настроение у наших миллионов граждан, которые сегодня участвуют в субботнике.